Мать драконов посвятила сериалу татуировку. Актриса показала свежие тату, которые она сделала по мотивам роли, исполняющей в сериале. Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала татуировку в честь сериала. Снимок актриса показала на своей инстаграм-странице. Рисунок несколькими схематическими драконами небольшого размера Кларк набила на запястье правой руки. Троих драконов актрисе набил лос-анджелесский тату-мастер Диар Ву. Об этом звезда написала в комментарии под фото. Она поблагодарила мастера, написав, что он позаботился о том, чтобы мать драконов никогда не забывала о своих малышах. Симок за 9 часов собрал больше 1,6 миллиона лайков и множество позитивных комментариев. «Игра престолов» в третий раз за историю своего существования была признана лучшим драматическим сериалом в 2018 году и получила Эмми. Ранее звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк показала съемочную площадку популярного телесериала. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.